У меня завтра день рождения, я надеюсь, и меня тут поздравят. Скажи, а кто это рядом с тобой? Тренер. Ага, а где мама? Мама дома, ждет сестричку. Ага, поэтому сегодня ты с тренером, да? Да. Я сказала, когда уже чуть-чуть животик начал появляться, чтобы как-то она понимала, что вот в животике есть сестричка. Тоже было много вопросов. А как сестричка? Как она там кушает? А как мы ее назовем? Чем она дергалась? Во сне, наверное, проснулась и один раз ножку потянула ножку. Да, она там танцевала. Я трогала, она там била. Она понимала, что животик, что вот мама не может, маме тяжело. Я тоже переживала, потому что это первая поездка, которая без меня была. Как ты сегодня должна выступить? Классно, изо всех сил. Вот моя подружка Даша, она очень много булки ест, она толстая остается. Когда у меня будет 6, я гибче моей подруги буду. Кто лучше станцует, тот и медальку первое место получит. Или кубок. Вот там сцена, беги к микрофону. Удачи тебе. А? Нет, так ты сейчас выходи. Стой, не танцуй. Солнышко, не танцуй. Выходи к микрофону. Сейчас ты пообщаешься с судьями, а потом они скажут, когда танцевать. Хорошо? Провести тебя? Ну, пошли. В ваши области, Вовода! Ух ты, как она и блещется. Как... Какая красота! Блеск! Ну, наконец-то на сцене серьезный артист. Да. Как зовут тебя? Таня. Таня, ты откуда? Я пришла из Одессы. Бишки! Это самый, наверное, красивый костюм, который я видела. А кто ты? Таня. Это я поняла. Образ твой это лебедь, птичка какая-то. Фея. Кого? Ты петь будешь сегодня? Танцевать. Кого ты будешь танцевать? Диско. А, просто красивый костюм. А друзья, мальчики есть? А какие тебе нравятся? Черненькие, беленькие, рыженькие? Большой Максим. Оно что? А вот давай мы что-нибудь Максиму скажем, он тебя обязательно услышит. Хочешь что-то ему сказать? Да? Ну, скажи ему. Вот камера, смотри. Вот это твоя камера. Можешь на эту камеру Максиму что-то сказать, и он это увидит и услышит. Будем танцевать? Да. Настроение отличное? Да. Ой, наряд вообще, головокружение. Только одессы так могут вот наряжать детей. Ничего себе! Это
сейчас не убыстренно пленка крутится, это она в реальной жизни с такой скоростью все делает. Я не верю своим глазам. Танюша, восторг, блестящее выступление. Я не знаю, кто там тебя тренирует. А я знаю. 4 года? Не верится. Невероятно. Браво. Тебе 4 роки, но такое вражение, что ты 10 лет уже танцуешь. Нет, 4. Понятное дело. Ты найкрутіша малявка, яка була в цьому сезоні на цій сцені. Я придумав, як тебе називати. Ти моя блискавка. Ваші оплески! Україна має талант! А це значить, що у тебе 3-4-3. Беги, беги к своим родным, они так ждут тебя. Мушка, мушка, мушечка, маленькая мушка. Сделала все как надо, правда? Молодец. Все, что вы ей кажете, и по барабану, ей хочется танцевать. Якщо вам сподобався виступ учасника шоу «Україна має талант. Діти», будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант. Діти» і перегляньте цей виступ ще раз, а заодно усіх найяскравіших учасників цього шоу. Будьте з нами!